Уже 4 дня на территории Кирова действует система оплаты проезда по электронным картам. Как приживается нововведение и с какими трудностями приходится сталкиваться, узнал Кирилл Сысолятин. Где купить новые проездные, ломают головы кировчане уже который день. В пятницу 31 августа в продажу должны были поступить общегражданские карты проезда в достаточном количестве. Однако до сих пор их нет ни в банках, ни в киосках Роспечати. Те проездные, о которых мы 30 числа говорили, что 31 числа будут в городе, в 10 утра эти были проездные в городе, распределены по торговым точкам, может быть, с учетом субботы и воскресенья, но тем не менее, еще раз повторяю, связывался с руководством Роспечати, с завтрашнего дня Роспечать в полном объеме занимается распространением проездных билетов красного цвета. Также за прошедшие дни появились сообщения о случаях несрабатывания карты, из-за чего пассажирам приходилось оплачивать проезд наличными и по тарифу 15 рублей за поездку. При получении карты не был, соответственно, положен туда эквивалент денежных средств, и тем самым карта была не активирована. С этой точки зрения такое могло быть произойти, потому что несколько обращений было подобного рода. Отказа аппаратуры по причине там нечитаемости карты или неприема карты практически такого не было, потому что на этапе выпуска карт на предприятии, имеется в виду в Москве, все карты происходят выбраковку. Представители администрации города утверждают, что с технической точки зрения валидаторы и карты надежны. За прошедший период было всего 2 случая остановки автобуса по причине несрабатывания новой техники. Неисправности были устранены. Еще раз напомним, что в киосках Роспечати будут продаваться только красные карты проезда, а положить деньги на карту можно в отделениях банка. Подробная памятка пользователя карты есть на сайте городской администрации. Кирилл Сысолятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.